217 ленских семей должны получить новые квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилфонда. Их большая часть уже новоселы. На прошлой неделе 39 семей стали счастливыми обладателями квадратных метров по улице Теплый Стан 10. Понравилось ли новое жилье тем, кто последние годы терпел неудобства в аварийных домах, расскажет мой коллега из Алмазного края. Константин Корягин 14 лет стоял на очереди по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. После наводнения 2001 года его дом по улице Набережная 64 стал непригодным для жизни. Поэтому новой двухкомнатной квартире по адресу Теплый Стан 10 он радовался особенно. Я очень рад. Квартира хорошая, большая. Спасибо, конечно, строителям, что построили такую квартиру. Ну, зима даст свою, как говорится, оценку, как тут будет тепло. Всего обладателями долгожданных квартир стали 39 ленских семей. Из них две получили трехкомнатные квартиры, 16 двухкомнатные и 21 семья теперь будут обживать новые однокомнатные квартиры. Глава города Александр Харунов, как всегда, лично вручил ключи новоселам. У нас 24 квартиры по этапу 2015 года, 14 квартир по этапу 2016 года. Ну, дом мы должны были сдать в ноябре прошлого года. Но тут объективная причина, да, знаете, что сегодня у нас проблемы, скажем так, с бюджетом, да, поэтому мы немножко задержались. Совсем молодой микрорайон «Теплый Стан» пока находится в стадии строительства и требует развития и благоустройства. Застройщик фирмы «Монолит» обещает, в ближайшие 5 лет здесь все поменяется. У нас уже закуплено оборудование, очень хорошие стационарные антивандальные тренажеры, детская площадка. То есть подсмотрели в элитных районах Новосибирска, как там делают они клумбы и так далее. И все это мы воплотим здесь. Уже подключено отопление и к новому дому по адресу Нюйская, 16. Еще 64 семьи переедут в красивую девятиэтажку в хорошем районе города.